Вітаю, це студія «Репортер», мене звуть Костянтин Гречаний. COVID-19 продовжує наступати. Майже 6 тисяч нових інфікованих в Україні за добу та понад 500 нових випадків в Одеській області. Наш регіон потрапив та місто до наше місто, точніше, потрапило до помаранчевої зони, і частково наш регіон також вже давно в помаранчевій зоні, деякі райони області та районні центри. Але сьогодні сконцентруємося якраз на проблемах Одеси. Що буде, які подальші карантинні заходи, будемо говорити з депутатом Одеської міської ради Олександром Іваницьким. Вітаю вас, Олександре. Добрий день. Помаранчева зона. Що це, давайте спершу, означає для простих одеситів? Що, от які обмежувальні заходи будуть нові? Для простих одеситов это означает, опять же, ограничение определенных видов деятельности, ограничение нахождения в помещении. Буквально вчера мы проголосовали, удаленно проголосовали нашей городской комиссии ТЭП-ЧС по новому протоколу, который подтвердил сегодня постановление и распоряжение главного санитарного врача и ТЭП-ЧС страны о том, что мы попали, к сожалению, попали в оранжевую зону, которая непосредственно для Одессы грозит следующими ограничениями. Это закрытие проведения массовых культурных мероприятий, ограничение по количеству людей на 10 квадратных метров, не более одного человека на 10 квадратных метров. Это касается работы спортивных залов, фитнесов, магазинов, торговых площадок. То есть все то, что сегодня, будем так говорить, в транспорте тоже у нас сегодня ограничения будут только по посадочным местам, пропуск. И, соответственно, ну, в общем-то, скажем так, мы возвращаемся к маю месяцу прошлого года. Угу. То есть практически все те ограничения, которые были в апреле-мае месяце прошлого года, сейчас возвращаются на Одесские улицы. Які це матиме наслідки, на вашу думку, для бізнесу? Чи зможе бізнес це виконувати? В першу чергу, от розважальна сфера, те, що ви дивитесь? Ну, может, не может, тут роздумувати не приходиться. Он обязан это делать и обязан это выполнять. Честно говоря, Одесса всегда славилась и продолжает держать эту марку. Немного такого, ну, так скажем, не подчиняющимся правилам и распоряжениям города. Это можно видеть по общественному транспорту. Сегодня опять возникают конфликты на посадочных площадках. Вы видите то, что эти ограничения приводят, к сожалению, к определенным сложностям и в городском трафике общественного транспорта сегодня. Хоть и увеличен подвижной состав, объем подвижного состава, количество подвижного состава на линиях, к сожалению, сегодня не справляется Горэлектротранс в связи с этими ограничениями. И, да и, в общем-то, и маршрутная сеть такси в городе Одессе. Поэтому для предпринимателей сейчас, наверное, это именно тот, как мне кажется, отправная точка, тот рубеж, далее которого падать не стоит. Вот если мы действительно пройдем оранжевую зону в негативе и перейдем к красной, вот это уже будет очень сложно для предпринимателей, для бизнеса, для бюджета в целом, и городского, и государственного бюджета. И боюсь, что тот прогноз, который мы нарисовали до конца года недовыполнения городского бюджета на уровне миллиарда гривен, недопоступления бюджета, я боюсь, что у нас могут возникнуть еще и дополнительные сложности с выполнением, наполнением городского бюджета в целом. Сьогодні голова МОЗу, власне, зазначив те, от про що ви кажете, що це ще не пік, буде ще гірше. Це при тому, що ледь не кожного дня в нас новий антирекорд, як в регіоні, так і в Україні. Дійсно, ситуація дуже важка. Щодо транспорту, от ви вже почали говорити, дійсно, я бачу зараз, що тролейбуси, трамваї, вони, в принципі, в першу чергу тролейбуси, вони виконують карантинні обмеження. Маршрутні перевізники фактично жоден не виконує. Як місто може контролювати цей процес? Чи будуть якісь додаткові заходи от з цього приводу ви будете впроваджувати, можливо? В першу чергу, мы надеемся на помощь национальной полиции в этом вопросе, как город. Наши транспортные инспектора инспектируют посадочные площадки, инспектируют загруженность автомобилей от маршрутных такси. Но, к сожалению, вы знаете, это общая солидарная ответственность как контролирующих органов, так и самих одесситов. То есть, по факту, я боюсь еще раз не вернуться бы к тому случаю, когда мы ограничивали поездки пенсионеров
и ограничимся, в общем-то, в целом закрытием сети маршрутных такси в целом как таковых, и останется только городской электротранспорт в режиме технического транспорта, как и было в свое время. Що робити зі скупченням людей на зупинках, де ми бачимо от, дійсно магістральна дорога, великий трафік іде, і там завжди багато людей, в принципі, а в деяких місцях от зараз просто колапс. Там не те, що соціальної дистанції немає, там люди фактично як в забитій маршрутці стоять на тій зупинці. Вопрос номер один – це соціальна дистанція. Тобто, ну, я не доктор по образованию, але, в принципі, ми знаем основные, как говорится, постулаты, которые необходимо выполнять. Это и социальная дистанция, это ношение масок, это и гигиенические, так скажем, заходы, да, которые необходимо делать, проводить в первую очередь. Со своей стороны мы можем сказать однозначно, что весь городской электротранспорт проходит тройную дезинфекцию в течение дня. На каждой остановке, на конечной остановке транспорта происходит дополнительная обработка транспорта. И в этом плане я могу вас гарантировать и веровать в том, что он полностью готов и соответствует этим санитарным нормам. Все остальное вопросы, так скажем, социальной дистанции, это, конечно, вопросы внутреннего, так скажем, состояния, образования, воспитания каждого из... Кожного. Да, совершенно верно. То есть, конечно, хотелось бы, пользуясь возможностью вашей студии, еще раз обратиться к одесситам и попросить их быть внимательными, быть уважительными друг к другу, не только к себе, но и окружающим. Особенности это касается людей пожилого возраста. Повністю підтримую це звернення. Є ще одна проблема із транспортом. Якщо казати про маршрутні таксі, вони ж зупиняються не тільки, власне, на зупинках, так? А вони зупиняються там, ну, бачать, що людина там стоїть, вони її підбирають. Як можна впорядкувати цей процес, якісь, можливо, більш жорсткі ввести контролюючі заходи, так? Коли ж, я пам'ятаю, колись їх змушували не зупиняти там посеред дороги. И сейчас можуть. Але вони все одно зупиняються. Совершенно верно, Константин. И для этого есть все рычаги влияния на таких горе-водителей. Сегодня точно так же продолжает действовать запрет на остановку в неположенных местах. То есть есть маршрутные такси, которые работают в режиме экспресс. Они практически все сегодня переведены в режим работы экспресс и должны останавливаться непосредственно на остановках общественного транспорта. Но, к сожалению, мы с вами наблюдаем то, что наблюдаем. Полиция бездействует. Ну, в общем-то, можно говорить о том, что полиции не хватает тоже и ресурсов, и возможностей для этого. В общем-то, ресурсов не хватает точно так же и у Департамента транспорта Одесского городского совета. Поэтому это проблема наша, это проблема не только Одессы, это проблема в целом нашей страны. Ну, маршрутное такси – это у нас отдельная, так скажем, каста перевозчиков, которые живут по своим правилам, живут по правилам своей рентабельности. И то, что выгодно, делают, что невыгодно, не делают. Поэтому, как только они поймут, что сегодня мы приведем нормативы к посадке не более половины посадочных мест в маршрутках, вы увидите, как они все пропадут с маршрутов города Одессы. Мы уже с этим сталкивались, и мы это прекрасно знаем. Угу. Главное обоснование их передвижения по городу – это экономически обоснованность своей трудовой деятельности, ну, так, экономической, финансовой деятельности. Что нельзя сказать о городском электротранспорте, который будет ходить в любое время, в любой ситуации будет работать и обеспечивать жизнедеятельность нашего города и основных предприятий нашего города. Що стосується одеських ринків, от дуже хвилює це питання багатьох наших глядачів. Тоже все расслабились. Тоже все расслабились. Часто вот, как бы, каждый выходный вхожу на новый рынок наш одесский, и безопасность на каждом шагу. У меня такое бывает иногда ощущение, что один в маске хожу по рынку, причем никто конкретно не отменял требований, жестких требований находиться в местах торговли, так скажем, в организованных местах торговли, будь то рынки или супермаркеты, без масок. То есть этого никто, этого регламента не отменял. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. При наличии объявлений по рынку я не видел ни одного задержанного, ни одного оштрафованного. Но, скорее всего, мне кажется, что уже пора к этому прибегать. Потому что на сегодняшний день это вопрос выживания, вопрос жизни и смерти, возможно, даже государства нашего как такового. Після входження в помаранчеву зону, чи будуть якісь ну, додаткові обов'язки в власників ринків? Уверен, що будуть. Ну, в общем-то, там буде єдиний момент, зв'язаний з квадратурою по одному чоловіку.
Он сейчас mm-hmm. будет вводиться, опять же, так скажем, просчитать это и утвердить, и проконтролировать это практически невозможно, но норматив такой есть. По факту он выполняться, конечно же, не будет. Это вопрос каждого гражданина придерживаться социальной дистанции, даже если другой гражданин, так скажем, нарушает ваше социальное поле. Вы обязаны сделать и должны сделать ему замечание и, в общем-то, отойти на положенную безопасную дистанцию. Такі реалії сьогоднішнього дня. Що у нас з закладами освіти? Я знаю, з понеділка приходять на дистанційне навчання. От наскільки це довго, як, що з навчальною програмою, власне, от детальніше про це розкажіть. Ну, можу сказати точно, що на вторий, так скажем, на второй круг ми заходимо вже більш готовими, адаптованими системами городського образування, ну і в цілому в країні. Конечно, будут определенные сложности, связанные в некоторых районах города и со скоростью интернета, и с возможностью доступа к точкам Wi-Fi у многих семей, к сожалению. Но сегодня это реалии такие, которые нам, с которыми нам приходится сталкиваться. Действительно, с понедельника все школы города переходят на дистанционную систему образования. Наскільки це буде складно з точки зору навчальної програми? Тобто, ну, зрозуміло, вона в повному обсязі не буде виконана. Ну, я не особий експерт в системі образування. Mm-hmm. Могу сказати вам так, що, по-моєму, сьогодні, що нахождення в учебному класі, що робота на дистанції сьогодні практично ідентична друг другу. Тобто, зірвана не буде навчальна програма? Ну, надіюсь, що ні. Mm-hmm. Більше, так скажу, більше, ніж уверен, що ні. Давайте розглянемо найгірший сценарій – це локдаун, національний локдаун, не можна цього відкидати. Чи готується от місто, власне, до найгіршого, що може бути? Входження до червоної зони? Ми, к сожалению, цей етап вже проходили, ми готові, не дай Бог, город готов в повній мірі сьогодні виконувати всі ці рішення, які будуть прийняті на общегосударственном уровні. І, к сожалению, якщо це придеться зробити, ми будемо виконувати требування государственных органов власти. Насколько это будет важко для экономики города? Это будет очень тяжело, учитывая то, что как раз и заканчивается бюджетный год, и это будет связано с входом и в отопительный сезон. Думаю, это будет гораздо сложнее, чем весной, летом этого года. Итоги, будем так говорить, последствия этого вхождения во второй локдаун будут гораздо сложнее и проблематичнее, чем первые. Хотілося б вірити, що до цього все-таки не дійде. Будемо сподіватися на краще, готуватися до гіршого, як то кажуть. Так, закликати одеситів бути все-таки і соціальну дистанцію тримати, бути свідомими того, що є реальна загроза життю та здоров'ю багатьох людей. Я вам дякую, Олександре, за цікавий ефір. Дякую, що ви до нас прийшли. Дякую за слухання. У нас в гостях був Олександр Іваницький, депутат Одеської міської ради. Мене звуть Костянтин Гречани. Залишайтеся з репортером і будьте свідомими.